Я знал, что вы будете меня искать, говорит. Нет, не думаю, что они понимают, кто я. Ну, пойдем поговорим с ней. Ха-ха-ха-ха. Смотри, Арканас, еще один агнец. Селянин, другие думают, что вы все на одно лицо, но не я. Мой спаситель пропал в подземельях. Он либо мертв, либо сидит в заперти. Вас тоже это ждет. Лилит, прошу тебя, селяне нам очень помогают. Их жертва велика и благородна. Они заслуживают уважения. Не пытайся меня разжалобить, Арканас. Я помогу тебе и твоим подручным, но не буду притворяться, будто они что-то большее, чем они есть. Что ж, хорошо, селянин, знаете, что ваши поиски, задания и задания тех, кто был до вас, благородное дело. Лилит вернулась ко мне, и я благодарен за это. Не делай вид, что я твоя собственность, я лишь делаю одолжение, я служу одному хозяину. Кстати говоря, вы наверняка видели алтари, разбросанные по шахте. Они, алтари, могут придать вам сил, но для этого нужно знать священные молитвы. Возьмите эти фолианты, агнец, и вы тоже сможете помолиться о его силе. Ну а помните, благословения не достаются даром. Крепкое здоровье, молите благословению у алтарей. Энтузиазм, молитесь у алтарей. И равновесие. Говорите. Агнец, если вы найдете в шахте другие фолианты, приносите их мне, я открою для вас их секреты. Выучить. Ищи больше благословения, Агнец. Лилит учит благословением Затории. Выучив благословение, его можно использовать в следующем запуске. Когда селянин умирает, оно теряется, но его можно найти в следующих забегах. Можно учить два и больше благословения за раз, но взять следующий забег можно только первое. Все выученные можно найти в следующих забегах. Ищи больше. То есть я еще не нашел. Хорошо. Пора рассказать вам о нашей истинной миссии, вашей роли в ней. 5 камней или фрагментов не дают вырваться великому злу. Мы должны навсегда изгнать его из королевских владений. Вы и ваши земляки уже очень мне помогли и должны помогать и впредь. Я прошу вас собрать эти камни, чтобы мы могли открыть дверь, которая ими запечатана. А затем мы уничтожим зло за дверью и избавим Раскопья от его козней. Раскопья. А, минус 75 кам, вип-значок, Рикс. Сейчас прокнем вип-значок. 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 Угу. Готово. Готово. Так, чат, а давайте мы с вами проверим рекламку, о которой я сегодня говорил. Возможно, если я сейчас нажму на кнопку, она запустится. Давайте пока мы это между ранами посмотрим рекламку. Будьте готовы, может быть громко. Я сделал потише, но все еще может быть громко. Давайте глянем. Не копи на новый компьютер. С Beeline Gaming запускай игры на максимальных настройках. Зарегистрируйся и скачай клиент. Более 550 игр, многие из которых бесплатны. Играй. Все еще громко? Мне кажется, уже нормальная громкость должна быть. Видели, там Ведьмака показывают. Вот такие штуки я теперь могу прожимать. Это не твичевская реклама, это просто рекламка, которая как бы встраивается в проигрыватель, и мы можем тем самым рекламировать рекламу для сабов. Вот. Так что если вы хейтите сабов и хотите прожать рекламу и помочь немножко стримеру денежкой, вы всегда можете ее заказать за 10 карагаликов. Такие вот делишки. Но на это есть кулдаун, так что в следующий раз не скоро. И, кстати, смотрите, там есть промокодик в чате, ссылочка, в общем, проходите. Проходите. У меня это деньгой немножко поддержит. Зрители у меня есть, сабов сейчас не очень много, донатов нету, а это хотя бы какая-то денежка будет. Вот, так что еще, мой Алешка, ты мне напомни минут через 15-20, я ее включу. Так, давайте смотреть, что здесь есть. Талон на базовые предметы, больше предметов в магазине, больше еды в магазине,
Больше особых предметов в магазине, плюс бомба. Улучшенные бомбы увеличивают урон. Ну, урон от бомб мне не нужен, а взрыв. Улучшите бомбы и взрывайте новые виды камня. Вот эта штука, которая мне очень нужна. Для начала мы, наверное, зайдем все-таки в кузню. О, это ж мой друг. Вы что, подросли и одеты уже не так ярко? Ну да ладно, спасибо, что мы помогли выбраться из той пещеры. Да, только я вообще-то женщиной был. Слышь? Я убрался в кузницу и выставил новые товары на продажу. Взгляните на них, все только лучшего качества. Если что-нибудь купите, я сделаю копию для ваших друзей. На случай, если вы, ну, вы понимаете. Еще могу делать реликвии. Если найдете чертежи в шахтах, заходите с ними ко мне. Так, что по реликвиям? Ботинок, сапоги Вейланда. Ага, все, понял. Вейланд делает реликвии из Этории. Создав реликвию, можно использовать в следующем запуске. Когда Селяня умирает, она теряется, но ее можно найти в следующих забегах. Возможно, можно создать две и больше, но взять следующий забег только одну. Так, ходите по шипам, надирайте задницы, стальные носы и подошвы, не путать с Тодвайном, стальной душой и подонком. Яйцо Селд порождает личинок при входе в комнату. Нет, золотая пыль превращает камень в золото. Любой алхимик может превратить свинец в золото, а вот сделать золото из камня — это другое дело. Это бомба типа? Круто. Подвеска лучника, когда здоровья много, броскинность больше урона. Ой, давайте вот с этой вот подвеской пройдем. Раз в год в Раскопе проводится турнир по стрельбе из лука. Эта подвеска — главный приз. Ну погнали закупаться. Улучшенная кирка. Урон плюс удар. Повышается дистанционный урон. Вот это вот важно. Сейчас особенно. И еще разок. Это что? Улучшение противовеса повышает дальность броска. Обязательно. Зайди к магу, посмотри там товары. Сейчас гляну, минутку. Подбирайте золото на расстоянии лапы геккона. Фигня. Взгляните на имена и уровень здоровья врагов. Вот это, в принципе, можно купить. Солонга повышает эффективность еды. Не, лучше сейчас что-нибудь другое. Сумка важнее. Да, сумка важна. Сумку сейчас возьмем. Улучшение мешка, теряете меньше золота, когда умираете. Похоже, его пошили из того, что нашлось. Минус потери золота. Так, а как посмотреть, сколько процентов здесь можно? Свои статы глянуть. Сохранить золото 55, на 5% апнулось. Так, куртка — это здоровье, повышает максимальный запас здоровья. И еще, наверное, на один сумку апнем. И либо перчи, либо здоровье еще плюс 20. Давайте перчи, потому что у меня сейчас такой очень оранжевый ран будет. Урон броска. Ну, поехали. Ран второй. А здесь что? Ага, здесь мы первый этот вставили. Первый жетончик. Хорошо. Гоу. Если останется, возьми очки, чтобы не гадать, когда враги умрут. Ну вот, может быть, стоило, но уже поздно. Пять боссов, значит. Ну, значит, пять боссов, да. Урон сейчас очень хороший. На максимальном здоровье. От броска по двадцаточке прям супер. Кролик, я помню ее. Здорово. Тьфу, ну вот, теперь еще и стибрики полезли. Реально. Чего она там? Взглянуть. Пан или пропал? Это у нее книга такая, да? Черная зайка. Ого, вот так история. Такие усы вообще законные. Я черная зайка, мисс очарования, мать живности, королева таверны и пожирательница булочек. Я вот что скажу, усачка кто-то разделался с каменюкой, и с тех пор из глубин шахты полезла всякая нечисть, поэтому вам нужно это. Что скажете? Чертежи обычно куда дороже, только для вас отдам по семейной скидке. Спасибо, оберег создается у кузнеца. Ха, дурачина, его купил. Бесполезный клочок бумаги. Разбогатею на этих кретинах. Ой, опять говорю вслух то, что думаю. Хотел сказать спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, скоро снова поработать с вами. Чудесного вам дня. С
спасибо за поддержку. Надеюсь, от начала долгой и прекрасной дружбы. Между прочим, очень умные владельцы лавки и ее клиентами тоже умными, совсем не кретинами. Ну, погнали дальше. Крысы! А! Вот ведь... Ну ладно, надеюсь, хотя бы один кусок мяса найду сейчас. Да? Чего они такие жесткие? Умирать на типа с первого раза прошел. Пол игры, почему бы теперь не поумирать на первом уровне, правильно? До циркуль багнулся, где? То, что секретку видно? Блестело? Нет. Секретки и до циркуля было видно. Тут. Не вижу пока. Можно либо бомбой открыть, либо ключом. У меня нет ни того, ни другого пока что. Тут ключ. Ладно, над этим я еще подумаю. Здесь комната со свечкой, это, видимо, алтарь, о котором говорила... Как же ее звали-то? Мисс Лилит, мать демонов. А ну стоять, мой лутецкий. Ну посмотрим. Критический удар наносит еще больше урона. Неугомонный зверь везде устраивает переполох. Штука на сдачу артефакта, да? Ну чё, пожертвуем криты? Ну потому что амулет я не хочу жертвовать. Ну давайте. Критический удар наносит больше урона. И чё взять? Где она? Типа я уже не могу его забрать обратно, да? Так, и что мне это дает? Непонятно. Может, это не жертва, типа как оставить на следующий забег? Может быть. Ай, блэд. Да я попасть не могу, ну ладно. Типа место освободил. Можно. Ну что-то такое, если честно. Так, я не хочу в алтарь идти, я хочу здесь сундуки вначале полутать. Это как-то повыгоднее выглядит. Еще кусок мяса, который меня похилит. То, что надо. Выпадает случайный сундук. В эпоху просвещения модно было держать на книжной полке сундучок в бутылке. Ну, когда ключи будут, потом его придется открывать так просто. Не очень хорошая идея. В следующем забег зайдешь там будет... Ну, возможно. В наследство следующему селянину. Короче, да, зря я это отдал. Хороший так-то артефакт. Но уже поздно. Ой-ой-ой. Так, у меня нету бомб. Мне секретку никак не открыть сейчас. Я неудачник, пошли дальше.
Вау. Проклятие. Ну, допустим. Снижается скорость ударов. Не самое худшее, с учетом того, что я через... Через ПКМ я сейчас играю. Как бы за бомбы, да спасибо. Я только за. И за два ключа. Вообще шикарный сундук. Так и знал, что он сейчас секретку откроет, поэтому там и стоял. Прям вот догадывался. Ух, какая интересненькая. Сколько же здесь золота. Ща как накопаем. Накопаем. Голдишка. Привет, весенний. Здорово. Пошли отсюда. Все мое, ничего не оставлю. А ну отдал, моя монетка. Ну ладно, ладно, забирай, забирай. Ты такой милый был. Ну забирай, хорошо. Так, возможно, сейчас надо... Блин, мне бы еще один ключ перед тем, как вызвать сундук. Здесь иголки есть, неприятно. Хорошо. Трудом. Жадная говядина, нормально. Я поделился, все. О, эти. Луркеры из Старкрафта. Луркеры из Старкрафта. Мои деньги воруют. Деньги верни. Фу, я его даже не видел. Не, кажется, я ключи все-таки здесь потрачу. В общем, магаз. Что за хвостик такой? При попадании может поджечь врагов. Отрубленный от легендарного провидца хвост все еще дергается. Класс. Поджигающие атаки, неплохо. Тем ты не поверишь, что вчера случилось у меня в Рунтере в лаборатории. Вчера с челом бил 15-20. У него давались воины через зов родной матери. Прикол в том, что он выбил Маука и что произошло, что... Мне сливает карты до 4. Меня берут с карты, обновляют. И опять до 40. Там же бесконечно карты обновляются. И я проигрываю из-за того, что якобы у меня закончились карты. Так нет, это логично. Если он смог прокачать Маукая, мне, ну, типа, там не должны обновляться карты. Это было бы странно, мне кажется. Типа, вполне логичная концовка. Как по мне. Но я еще Мока там не видел пока что. Чтобы кто-то отыграл в лаборатории. Скажи вкратце о проекте, пожалуйста. О каком проекте, Сагитариус? Так, мы секретку здесь нашли, да.
Хотим ли мы попробовать в секретке поискать еще секретку? Можно попробовать. В которую сейчас играешь. Блин. Это прикольный рогалик. Типа, похож на Айзека. Можно сказать. Бегаешь, исследуешь, находишь айтемы, становишься сильнее. Если умираешь, заходишь снова, бафаешь себя потихонечку и все такое. Временно повышает шанс крита. Ну нафиг. Бомбу тоже покупал. Не, ну вон, бомбу куплю. Бомба пригодится. И ради этого я ключ потратил. Эх. Очень советую, игрушка классная. Я в ней играл еще на раннем доступе, а сейчас она релизнулась, и в ней, типа, ну... Фулл контент до конца реализован. Есть онлайн? Не-не, это сольник. Это сольник. Там секретка снизу, да? Да, светилась. Как я это сделал? Нет, подождите. Что значит секретка внизу? Если она здесь засветилась, это значит, мы просто можем в другую комнату попасть. Нам оно не надо в ту сторону. Сейчас бы забайтили меня на бомбу, чат. Ага. Похоже на Neon Abyss. Нет, Neon Abyss хуже этой игры пока что. В нем, ну, типа, Neon Abyss крутой, но они совершенно не смогли в экономику, в прогрессию и все такое. А в этой игре, ну, прокачка такая неплохая. Так, не буду пока ключ тратить. Так и чего происходит? И где этот... Вот он. Класс. Скушаем мясо. Мне не жалко. Восклицательный знак какой-то. А ты кто такой? Приветик. Бельтрам. О, привет, слуга-человек. Вы мне не поможете? Я не слуга. Баба отправила меня вниз искать три определенных вида грибов. Они не такие, как жалкие обычные грибы. У них есть особые свойства. Мне нельзя возвращаться, пока их не найду. Баба совсем мне не сочувствует. Если наткнетесь на эти грибы, принесите их ко мне, чтобы я могла уйти из этой сырой и мрачной пещеры. Уже нашли грибы? О, вижу вы с пустыми руками. Принято. Поищем грибы. Кстати... Что за реклама, что за бунт? Да, точно, Алёшка же заказывал рекламу, которую я так и не включил пока. Но пока что я все еще не могу, у меня на нее кулдаун. А еще Акзис получил випку 20 минут назад. Сразу за Риксом. Из-за этого я и не заметил. Держи випку. А рекламу, ну давайте я обычную лучше включу, потому что ту не могу запустить. Пара-па-пара-па-пам. Пошли отсюда. Новый уровень. А, у птички. Хорошо. Понравилось, как они добавили вредные яйца, которые имеют 100% шанс спауна пета и спаунить всех петов, а из обычных убрали кота-клоуна. Металлический шар и доктора, ничего себе, потом взяли и в следующей обнове вернули все, как было. Ха! Уол. Я не читал их обновы просто, поэтому... А, интересненько. Вау, они пробивают камни, класс. Умри уже, пожалуйста.
Вижу секретку. Чё-то вижу. Что за банк? Выпадает белок. Блин, ну это хорошая банка. Сколько у меня бомб? 6. Если в комнате что-то взрывается, то подсвечивают секретки в стенах. Да, я это заметил. Какой-то лагерь. Использовать. Фулл хп восстановили, видимо. А что еще? Ну, видимо, мы просто восстановили фулл хп. Зря я это сделал. Так, приветы. Нужно чего продавать всякие штуки. Фига, у нее тут золото. Не хочешь поделиться? У тебя такой сундук классный. Черная зайка. Добро пожаловать в лавку черной зайки со странными товарами и безумными ценами. Можете купить то, что на столах, или, может быть, я могу предложить вам кое-что от себя. Не продадите ли вы мне одну из этих ваших супер-пуперских реликвий? Нет. Ладно, поняла, без проблем, но если передумаете, заходите к зайке, договоримся. Две 800, ну хоть гусени на КД нет. Не падайте в дыры, зелье полета. А, подожди, ты продаешь, бомбу за ключ. Не, бомбу за ключ не хочу, спасибо. А, блин, я не знаю, вот вызову сундук бутылкой, и чё? Да ладно, ты что так быстро бьешь? Я думал, медленнее будешь. Вот. Магазин. Сейчас бутылка валяется. Бутылка валяется, которая протеин дает. Я ее хочу на будущее взять. Она хорошая. По скидке сыворотка силы повышает рунт ударов. Не. Прожми сундук-то, а вдруг там сундук, который тремя ключами открывается? Ну, я только поэтому пока не прожимаю его. Он здесь сообщик, спасибо, 8 месяцев, самый красивый мальчик в чате. И я тоже. Stand together. Я тоже. Спасибо, спасибо тебе за ресапчик. Спасибо большое. Блин, ну ладно, так и быть, прожмем, короче, ее. Ну, обычный сундук сойдет. Наносите и получайте больше урона. Слышь, отстанет. А что, бутылка можно бить, они не разобьются, интересно. Это шока! Мы stand together, ты красивый. Я самый красивый. Тианнин, Тианнин. Спасибо вам. За ресапчики. Все ресапчики. Все сабы вообще красавцы. Не, ну ты понял, я ресабад. Оу, май. Вот так вот, да. Ключи тратить, а я еще на проклятие ключ не тратил, да? Не, ну лучше сюда, здесь халявка. О, монетки чуть не пропустил, что это такое? Повышает защиту при критически низком уровне здоровья. Рыцарь Тодвайн заступился за друга, ослушавшись приказа, и был разжалован в капитаны стражи за непослушание. О, история того самого Тодвайна, которого мы уже видели. Ха, прикольно. Банку сейчас заберу, подожди. У меня другой план пока что.
Я хочу вначале тот сундук полутать. Я думаю, что я пройдусь просто по этим, по шипам. Плохая была идея. Ну, можно было меньше урон получить, конечно. Я почему-то не думал, что это будет вот так вот работать. Я думал, что есть какой-то фрейм неуязвимости у меня. Оказалось, что нету. Белок! Да. Что они пишут конкретные цифры? Можно же написать, что дают защиту... Словно 20%. Можно. А можно не писать. Он пропустил золото, блин, сейчас вернусь. Зелье. А можно было купить просто зелье полета за одну бомбу. Чат, почему я такой сморк? Да. Ты что, только начал, ты вот будто знал про это зелье. Так я уже доходил до этой точки, да. Раньше Айги срезал два раза урон. Зайка, продай банку. Да. Так, а хочу... Не, мне нравятся мои артефакты. Белок можно поджарить. О, кстати, спасибо за инфу. Да, точно, мясо же можно жарить. Вот можно было здесь его пожарить и... Была такая... Так, вообще это советы, советчики. Вот вы наигрались в свои ранние доступы, а я релиза ждал. Тоже мне советчики. Стример просто чат не читает. Нет, стример просто хочет проходить так, как проходит. Обожаете Анча, что он играет в рогалики, считай, бесплатная реклама. Бесплатная игра, реклама кому? Играм? Да. Да. Играю в столько классных игр. Так классно их рекламирую. Не все даже бесплатно получаю. К сожалению. А хотелось бы. Да блин, сколько здесь ключей-то может быть? У меня нет столько ключей. Потом в мясо киркой покидать. Да, она может быть поджарится. Да. Такое возможно, скорее всего. Хотя... Не, подожди, она же не летит как бы огненная. Она просто имеет шанс поджарить врага. Не, вряд ли. Хорошо, хоть молниевых слаймов не создали. Не, ей надо по врагам попадать. Летит огненный, разве? По-моему, нет. Не, она возвращается огненный, потому что врагов поджаривается. Монетки. Это ключ нужен, да, или нет? Да, это нужен ключ. Нет, у меня ключей, у меня 8 бомб. Секреты искать сейчас будет. Мясо тоже враг. Враг моей диете. Не, ну мясо не может быть врагом никогда. Тесто, да, еще. А мясо ни в коем случае. Ты что? Мясо можно есть сколько угодно. Только надо овощами заедать.
Взрывать сундуки нельзя, не. Желательно. Нету ключей у меня, нету. Игра немного Moonlighter напоминает. Ну, самую малость. Че, мне опять этот ключ надо выбивать? Не, он же у меня есть. Привет. У вас есть ключ от подземелья. Заходите, сэр. То есть боссов здесь по второму разу убить нельзя. Типа того, тот же червь не реснется. Дэм. Мясо — это как религия, а овощи — пророк. Где ты взял этот ключ? Что ж, проходи тогда. Так, ну давайте секретку искать. Здесь должна быть. Нет. Ну тогда вот здесь. Ну что ж. Поменяйте предметы, поменяй зелье. Я не уверен, меняет оно ваши предметы или просто выносит вас так, что вы думаете, будто они поменялись. Дирк алхимик. Блин, мои предметы крутые, я не хочу их менять. Нафиг я сюда зашел, а? Вот нафиг. Подобие Айзека, да. Не, мои предметы офигенные. Смена бомб на ключи наоборот? Точно! Блин, тостер, ну, предположим, я доверюсь тебе. Да, это оно, повезло. Хорошо. Да, потому что это не предметы, это же реликвии. Пойдем открывать ключами все подряд. Ну, это шарит. Ну да, да. Конечно. Наиграли в своих ранних доступах. Временно повышает здоровье. А так наносите и получайте больше урона. Наверное, с берсерка не хочу юзать, да? Хорошо, в магазин, наверное, тоже стоит зайти. Просто наиграли у меня НГ-40+. Кого? Так, тостер, иди тут со своими спойлерами, короче. Бомбу дай мне. Так, бомба, спасибо. Не падайте в дыры. Зелье полета. Про стример пусть, Игоря нет. Игоря правда нет. Ну, вот появился наконец-то хоть один Игорь, которого можно играть. Так, железная ветка увеличивает здоровье, урон от ударов и скорость атаки. Странная ветка. Со странными свойствами, например, если посадить ее в землю, сразу вырастет небольшое дерево, на которое можно сесть. Классно. Правда, уменьшена скорость атаки из-за проклятия, так что все равно метаться буду, да? Да. Ага, хороший взрыв. Так, ну вначале мы войдем сюда. Полутаемся, какая-то крутая кирка. Призрачная. Или алмазная? Да не, призрачная. Фантазм-топор. Брошенные кирки дублируются. Прожорливый топор упорно ищет новую кровь. Что?
Спасибо. Что-то незаметно, что они дублируются пока что. Вон, секрет надо открывать в любом случае. Я считаю, что... Тем более, здесь три халявных бомбы. Ай, блин, лох. Только на враге фантазм топор там. Сейчас посмотрим. Да, классная штука. Охренительная. Офигенная просто. 10 из 10. Ну все, босс этого акта должен быть пройден мною, по идее. С такой-то киркой. Да? Да. Секретка, это не секретка была, это было открыть магазин. Вы на миникарту смотрите, не забывайте. В ней куча бомб. Блин, по скидке не купить кучу бомб — богохульство было бы, мне кажется. А зелье полета, да? Может, зелье полета. А может быть... В этой комнате... Не, я хочу с боссом подраться. И это еще не перед боссом, по идее, да? Так, ну тут надо перепрыгнуть. Надо, но я не смог. А ну отдай кусок золота. Ну-ка, здесь чё? Ага. Ага, лавка Дибла, открыть. О, покупатель, позитивный настрой работает даже здесь, в глубине. Добрый день, сэр, чем могу помочь? Осмотрите все товары за полцены для моего спасителя. Ну, ключи. Обычные предметы, полно ключей. За два ключа я купил два ключа. Круто! Круто! Бомбы. Три штуки, кстати. Это была баба с вентом на грибы. Они были только на той локе. Или этот квест на весь ран? На весь ран. На весь ран. Для меня и всех последующих поколений. Так, да, давайте заглянем к алтарю, помолиться. Покаяние снимает проклятие за 50 здоровья, максимального, видимо, да? Собравшись, да получишь искупление. Получи проклятие, удар наносит больше урон. Некоторые счастливы иметь ум, но он не поможет при встрече с разъяренным Бобо. С разъяренным Ебобо, что? Повышает макс запас здоровья, закалка. Немаловажно, когда на вас выбегают разъяренные Бобо. Давайте макс здоровья попробуем получить. Вы теряете больше золота, когда умираете. Нюк. Нет. Ну за что? Дурака легко отобрать золото, особенно если дурак его разбрасывает вокруг себя. Стример, у того торговца секретку находил или убрали уже из игры? Я еще ничего не находил. Полагаю, что... Какого хрена?
Лучший друг Шахтера. Чё-то я туда не хочу, если честно. Но походу идти-то больше и некуда. Чё мне за это время повышать здоровье? Ну так-то, видимо, придется. Ну ладненько. Поехали. Да где? Там не секретка. Там наверх. Это к торговцу. Так, я не буду тебя бить. При убийстве врага бомбой появляется новая бомба. Наносимые бомбы уменьшают урон от ударов и бросков. Наносимые бомбы. Странное устройство дубликатор, которое прикрепляется к любой бомбе, остерегаясь побочных эффектов. Давайте поговорим с ним. Шогул, зажиточный демон. А, это же существо, что балуется запретным. Как на вкус, смертный. Желаешь ли ты сделать еще один укус? Ты наверняка найдешь, чем здесь насытиться. Находите в больших сундуках, сундуки поменьше. Несколько лет назад среди волшебников все вдруг начали делать крошечные версии всего. С тех пор это вышло из моды. Фигня, если честно. Да, за два проклятия это звучит супер невыгодно. Расскажи, Кроха, твои жертвы стоили того, или ты жалеешь о том, что полез в эти мутные воды? Неважно, не нужно отвечать, не нужно, да, думать о таких мелочах. Не, просто двигаемся дальше. До свидания, мистер Демон. Я не хочу с вами драться, я видеть вас вообще не хочу. Потому что дверь стекла была, я не могу ее такие разбивать пока что. Не дверь, наверное, а этот. Жаль, что не поджарилась, лол. О, зато секретку нашли, благодаря этому слайму. Классно. Чё у меня по бомбам? Да полно. Ну вот сейчас бы в сундуке мы нашли и сундук поменьше, но типа зачем оно нам? О, налево можно будет... Попробуй поджарить, ну, как только, так сразу. Водичка, потухнуть. Все нормально. Вообще потно было. Рыбка. Что происходит, когда каналик качается, она начинает больше золота собирать, находить, собирать и так далее. Лол, взял, убежал, сдох. Так, ну рыбка здесь еще есть, уже нету рыбки. Проклятия по большей части так, не такие страшные, ну, это мы потом узнаем. Страшные они или нет. Так, нужен один ключ, у меня есть два. За халявку, да пойдем. Что? Возьмите еду с собой, лучшее время дня, обед, когда вместо рукоятки кирки рука берет краюху хлеба. Коробочка для еды. Окей. Крутяк. Звучит офигенно просто. Вопрос в том, как это использовать. Фига, она сдохла. Оу. Причем не знаю от чего, если честно. Блин, мои кирки, мои вторые кирки тоже могут поджигать. Имба, имба. Так, вот эту дверь с проклятием. Мы откроем и со стороны секретки лучше.
Так, рыбка. Палатка. Добавляет палатку в первую комнату этажа. Используется один раз. Звучит неплохо. У нас есть мясо и рыба. Надо будет их это... Девочка, иди сюда. Я вас вылечу, говорит она. Да, вылечила. Как же кирки джебошат. Класс. Палатку бери. Но если в этом... В этой локе будет босс, то может и возьму. Я еще просто хз. Босс, не босс? Да вроде еще не босс. Если он используется один раз, то нафиг мне брать. Это 600 монет потрачу. Вау, взял просто так секретно шел. Ха! Окей. Крутяк. А ну стоять, мои монеты! Сейчас прям. Если палатку не юзаешь, он появляется каждый следующий этаж, пока не юзнешь. Ух, спойлер, ну довольно. Да вы... Что? Спойлерюги. Бана на вас нет, товарищ тостер. Фух, ключ из сундука. Повезло, очень повезло, что ключ выпал. Надо было сундук в сундуке брать, да не. Так, пойдем к проклятию. Это не спойлер, но там этого не написано. Как это не спойлер? Ой, это можно было попробовать поджечь. Я что-то вообще забыл, что здесь кусок мяса. Покаяние снимает проклятие, наносит больше урона бросками или больше урона наносит удары. Больше урона бросками для меня прям идеально. Я бы, конечно, хотел снять вот это, но снижает максимальный запас здоровья. Ну, фигня, в принципе. Меньше монет сохранится из-за проклятия. Да мне бы вот как-то пройти сейчас. Так, попробую коробочку для еды. Ага, наполнить, отлично. И взять палатку. И вообще, знаете что? Спасибо, что вы такой верный. А, и все, блин, нельзя еще раз тебя апнуть. Жалко. Да я бы этим занялся. Окей, Лаус, я догадался. Как-то можно, кстати, карту увеличить? Статистика, спутники. Спутники, серьезно? Ничего себе. У меня одного стрим подвисает чутка. Ты знаешь, сейчас, походу, пролагал интернет немного. Могло подлагать. Угу. Просто на засыпку. Можно выбрать снимаемое проклятие? Хороший вопрос. Надеюсь, что да. Нажми таб. Нет, таб открывает вот эту штуку. М-карта. Нет. Так, одним ключом, да, открываем. Что нам? Выпускает снаряд при ударе. Пушка души. Из пустоты появляются мощные заряды, по-видимому, вызванные скоростью атаки. Интересненько. Это еще и спутник в итоге. Спутник? Не спутник.
Да, но при ПКМ их, походу, ни хрена не выпускает. При бросках. Так что, в принципе, он довольно бесполезен для меня. Все пропал. Здорово, Макс Продиус. Приветик. Класс, спасибо. Допустим. Проклятие. Убийство врагов уничтожает реликвию. Удвойте свои бомбы. О, боже мой. Нет. Зелье забыл. А, не свое не забрал. Сейчас вернусь. Мясо, кстати, поджаренное. Ну, возьмем, пока у меня фулл хп. А, я, видимо, могу только один одну коробочку с едой иметь. А как ее потратить еще? Вот в чем вопрос. Если я не могу еще добавить себе. Погнали. Так, я хочу. Я надеюсь, что лончбокс побольше будет. Может, он автоматом скушается? Спасибо, что вы такой верный клиент. Временно повышает здоровье, бесполезная бомба. Да, 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 да. У тебя половина бесполезных реликвий, так что 50 на 50 будет. Я бы прям не сказал, что половина бесполезных. Ау. Может быть, сейчас и узнаем, как ланчбокс тратить. Тут мешок для бомб. Ну ничего себе. Отключил подбирание при фул. Так, а чё? Смотрите, коробочка-то скушалась. Интересненько. Рыбочка выплюнула рыбу при получении урона. А, вот откуда рыбка появилась. Чё? Там еще что-то было? Я не заметил. Ну чё, снять проклятие на выкидывание этих. Удары становятся быстрее, увеличивается размер бомб. Ну, кстати, неплохое. Неплохое выкинуло. Жаль, что не поедателя реликвий. А это я всего получил 50 урона. Она просто бахнула. Тьфу, фигня какая. Да, снимается рандомная. Ну, по крайней мере,
Снялась та, которая при смерти у меня отнимает эти... монетки больше. И это хорошо, что она снялась, правда. Лучше уж даже, наверное, так. Так, мы еще... не пооткрывали здесь что-то, да? И секретку, походу, не нашли. Забавно прыгают, конечно. Да, мы еще секретку не нашли. Вот это вообще проблема. Ее сейчас искать будет довольно тяжело. Ха, халявный ключ. Декс. Ну, поехали. Не здесь. Часов за 20 на фул проходит или чуть дольше? Скорее всего, дольше, Tempest. Nice. Ага, это, видимо, получил урон, да? Я могу. И ключа у меня ровно столько. Ай, бомба. Все мое. Вкусный мусор мы нашли! Ням-ням, вы постоянно сбрасываете бомбы, нитроглицерин. А, это срёшь бомбами? Не, не хочу такую штуку. Кстати, смотрите, еще справа секретка. А я ее сейчас возьму и юзну прямо здесь. Насрём здесь бомбами! Да, когда-нибудь они закончатся! Фу, нормально. Секретка в секретке. Так. Крыска, понял. Хорошо, хорошо. Так, сейчас еще кусок мяса забрать для ланчбокса. В конце будет лежать. Ладно, Биопай, приветствую. Слева не секретка, слева обычная комната. Чат, пожалуйста. Следите за этим. Так, ну вроде поехали. Все. Вниз. Так, я картошечку не поел свою. Вкусненькую. Но она вкусненькая. О, не забыть про мясо. Интересно, если не астетского хилять, присты впадают в ярость? Так, ключ для магазина, монетки. Приятного тебя, спасибо, спасибо. Ну, у меня нет 8 проклятий. Так что мы пойдем на босса. Как бы можно еще вот здесь проклятие, да, получить. О, опасно. Это проклятие лутать. Всегда есть место для 8 проклятий. Не, вот это, наверное, не буду брать. Ну нафиг. Так, штука, которая фаербол раскидывает. Неприятно, а?
Ту-ру-ру-ру. Ты там 8 проклятий получишь. Я почему-то думал. Ну ладно, я тупой. Я почему-то был уверен, что если у нас уже есть 8 проклятий, мы можем просто так пройти там. Два пристава, блин. И куча летучих мышей, но у меня... В сравнении с первым прохождением у меня достаточно урона, чтобы... их всех убить. Блин, там монетки. Ну, птичка собирает. Птичка трейхардит. Где птичка? Так, босс-файт уже там. О! Я забыл про эту штуку. Классненько. Так, здесь секретки уже быть не может, да? Пойдем ее искать. Попробуем вот тут, конечно же. Тридцати 3% шанс снять то самое. Да. Есть у нас этот шанс снять проклятие. Так, сейчас вот здесь поищем секрет. Опа, снизу. На самом деле плохо, я хотел, чтобы он сверху был. Стоять! Вот ведь... Монеточки. По жизни будет дороже уже. Ну, на самом деле, 75 текущего хп это не так-то и много. Там, где факел висит, 100% нет секретки. Ай, отвлекся! Так и знал, что надо было бомбой эту херню взорвать. Нет, честно говоря, я лучше... Лучше вот сюда. Золото падает на пол со взрывом. Пускай его убирает этот поглотитель реликвий. Блин, ключей нет, конечно. Это очень грустно, что у меня ключей нет. Погнали на босса. Да, секретки с таким золотом будет проще находить. Точно. Ау! Так, выпью-ка я максимальное здоровье на всякий случай. Хотя лучше было бы, наверное, перед другой фазой. Перед второй фазой. Хотя это на весь босс-файт, походу, у меня. Пара-па-па, 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 пара-па-па.
Хорошо, что эти шары не считаются убитыми монстрами. На, не, хп, макс хп все-таки уже ушло, неприятно. Пусть подальше от босса бегать. Ай! Что ж такая фаза-то долгая была? Давай сюда свои кристаллы. Плохо, плохо, все плохо. Ну что, палаточку потом прожмем, и нормально все будет. Ай. Yes, нормально. Шары теперь не дамагают, когда возвращаются, всем ослабили босса. Так, фрагмент мортиры. Голдишка по 120. Последний уровень канарейки, дух стибрика. Канарейка ускоряется и может красть золото у стибриков. Класс. Защитный костюм созданного кузнеца. Лол, это отсылка к берсерку. Какой костюм в берсерке был? Электрическая сфера. Ключ от залов, лик вырезан на ключе, меняется на свету. Dark Souls, это хотя... Ой, Dark Souls, конечно, конечно, Dark Souls. Ладно, это открыто. Че, сейчас хиляемся или... Или нет? А все равно палатка в следующем уровне должна появиться, правильно? Горгульки. Эх. Погнали. Мясо возьми, там не было мяса уже больше. Строго говоря, ДС вдохновлен берсерками, а Заки угорал по нему. Вау, сундучок. Карта. Карта залов не рекомендуется к использованию. Худи. А пока персонаж отдыхает, я скушаю карту осечку. Слушайте, а по мне не дамажит, и правда. Нормас. Скелеты и павуки. Скелеты кидаются костяшками. Принято. Побегай по уровню, мог бы и потом похилиться. Ну, кстати, мог, да. Подожди, она меня вообще на фул похилила? Это я уже успел урон получить? Вот я лох. Зачем я их убиваю? А, стоп, я потерял артефакт. Кстати, а какой? Ожерелье. Жележка, хотел сказать. За шо? За шо? Не то?
Минус весь урон с кирки. Блин, зачем я их убил? Сейчас они же еще вставать, правда, будут. Тут ничего. Ты, небось, встанешь, да? Нет, тут тоже ничего. Так, никаких нету этих. Да не, почему? Все еще по 20, по 30 дамажа, нормально. Даже без ожерелья. Странно. Дамаг есть. Хорошо, что не обновляются курса. Я был уверен, что он, кстати, будет обновляться. Когда я ее получил, я думал, что так и будет. Да какого хрена происходит? Классно. Себе еще столько урон не получал. Рыбка. Поджарьте рыбку, молодцы, молодцы, поджарили мне рыбку пауки. Фига прыгнул, блин. Ох, как бахнуло-то. Магазин! Чего? А почему дверь закрылась на время? Я же испугался. Зелье постепенно восстанавливает здоровье постепенно. О, хорошо. Как раз где-то сотню можно этим зельем восстановить, по-моему. Давайте прямо сейчас его изнем. Бомбы мне не нужны. Че так дорого? Ну, тут уровни какие, ты видел? Так, иголки везде, пауки, летучие мыши. Так, главное скелетика там не продамажить, по-моему. Важно. Где мы его откроем заранее? Важно, да. Блин! Всех пауков пооткрывал. Всех просто. Всех. И причем из-за того, что метаю невидимые эти кирки дополнительные. Так, где черепушка? Черепушку мы уже взорвали. Хорошо. Так, выход тут. Ты можешь золото не брать, а птицы просто имба за пару сек забирает все золото. Ок. Бивца пауков. За мерсером стим, здорово, Тобо. Подеремся. На здоровье. Ну, это, видимо, золотом наполнит вот эти штуки. Давайте. Кусок мяса. Уже 20 золота. Не. Не буду пока забирать. Проклятие. Снимает. Нет. Повышает макс запас здоровья. На удары наносит больше урона. Давайте возьмем. Товары в магазине дорожают. Фигня.
Давайте попробуем. Крыса, все, ясно. Не, нафиг, нафиг, нафиг. У меня нет такой роскоши. Бери урон. Так зачем, если я только по КМами дерусь? Так, в магазине еще хилка была. Ну что, подеремся там, где нам предлагают подраться? Конечно, подеремся. Всего-то на 15 золотых. Фигня какая. Крипово, конечно, но что поделаешь. Фух, окей, нормально. Видимо, здесь несколько боев будет, да? Так, поджигайте рыбку. Поджигайте, я сказал. Рыбку подожги мне. Молодец. А, они типа не поджигающие, у них атаки. Ну, тупые. Да, твою ж мать. Так, одну сломали, хорошо. Это тоже мертва. Шо? Рыбка в итоге так и осталась неподжаренной. Не, урон на горгулик мне хватит сейчас, точно. Горгули, которые тебя поджигают, а рыбку нет. Да-да-да-да-да. Так, еще. Стейк. У тебя проблемы, я догадываюсь. Ой, какие-то роги. Да что происходит вообще, не понял. Короче, просто в них лучше не идти. В ту сторону, где они появляются, просто не идти. Блин, меня сейчас скелеты просто костяшками добьют. Прыгаешь такой, прыгаешь, тебя скелет костяшками бьют. Надо вот эту рогу убить, и тогда будет полегче. Умри уже, пожалуйста. А некроманты, походу, скелетиков-то призывают, да? 9 хп, кстати. 9 хп. F. Ну, ладненько, ладненько. Финалочка, конечно, жесткая была. Некроманты имба, да. Еще ж двое было. Нет, они разбирают все мое золото. Нет, верните золото. Ладненько, 7500 мы сохранили. Сойдет. Сойдет. Так. Ducks.